Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Сергей Барановский, я журналист. А вопрос у меня, как ни странно, о деньгах. Как вы считаете, нужно ли человеку часть своих денег откладывать, делать накопления? Если да, то какой процент? И вопрос, есть ли у вас накопления? Инвестируете ли вы? Если инвестируете, то куда инвестируете? Может быть, это акции, недвижимость или даже какие-то бизнес-проекты. Заранее спасибо за ответ. Хорошего вам здоровья и отличного настроения. Да, безусловно, я считаю, человек должен откладывать что-то. Ну, это ответственность элементарная по отношению к себе и по отношению к своим близким, если человек женат, скажем, или замужем. Процент я не берусь определить. Каждый сам, исходя из того, сколько он зарабатывает, видит то, что он может отложить. Мне кажется, что процентов 10 это нормально, но это я, так сказать, навскидку и совершенно не настаиваю на этой цифре. Откладываю ли я? Да, безусловно. У меня в банке счет, не один даже счет. И я вместе с тем неактивный вкладчик. То есть вы меня спрашиваете, вкладываю ли я в какие-нибудь акции и так далее. В общем, нет, не вкладываю. Или вкладываю по минимуму. Я не рискант, так сказать. Я не люблю рисковать деньгами. У меня их не такое количество, что я готов их терять. Но, безусловно, считаю, что это очень важно. Особенно, если думать о будущем, о том времени, когда человек выходит на пенсию, когда он больше не может работать, конечно, нужно иметь какую-то подушку безопасности. Подушку не только для себя, но и для своих близких. Вот. Что до активного использования денег, ну, для, как инструмент зарабатывания, то для этого нужны, на мой взгляд, ну, нужен советник, то есть нужен финансовый советник, который может вам подсказывать, как вам лучше быть. Или же вы сами должны обладать определенным, ну что ли, если не сказать талантом, то, по крайней мере, способностями в этой области, потому что можно и погореть довольно легко, как вы понимаете. Я этим не занимаюсь, но это вовсе не значит, что другим это, так сказать, не следует делать. Такого совета я не стал бы давать.